Из года в год одним из самых популярных чехлов является модель Сара. Чехол выполнен из натуральной кожи, имеет классический кармашек. Вот таким образом он выглядит. На выбор существует три цвета фурнитуры. Черная, серебряная и золотая. Несмотря на различный цвет фурнитуры, обратите внимание на логотип. Он всегда будет идти с золотым тиснением. И только в мужских моделях логотип идет с внутренним тиснением в цвет кожи. Теперь поговорим о ремешках. Все ремешки имеют единую ширину 1 см и длину 132 см. Уникальность данных ремешков в том, что они двусторонние. В процессе прогулки вы можете всегда развернуть ваш ремешок за счет вот такого карабинчика. Он крутится полностью вокруг своей оси. А также на карабинах, как изначально выпускал бренд, есть буковка «Б». Она есть на таких вот больших карабинах, на маленьких металлических карабинах этой буковки нету. Карабины надежно держат чехлы, независимо от того, маленькие они или большие.